Приветствую, дорогие друзья! Выпускал я видео на тему выбора инструмента для резьбы по дереву, но на момент записи того видео не было у меня вот такого инструмента. Это в свое время выпускал государственный подшипниковый завод, очень узнаваемый Остаменский за счет своих форм и ручек, и такой кондового такого стержня. Этот стержень расплескивали на пневмомолоте, вот, там, где раскатывали подшипники. Подшипниковая сталь здесь используется, поэтому при встрече такого инструмента однозначно рекомендую. У нас в Беларуси там на куфоре можно встретить вот такую вариацию инструмента. Ну и в России, соответственно, Авито, вот, либо на барахолках каких-либо. То есть при встрече однозначно рекомендую. Сталь очень хорошая. Вот, ссылки на Инстаграм, группу ВКонтакте я оставляю в описании. Ну а так, всем спасибо, всем пока.